Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня идем в обновленный большой магазин «Фамилия». Если вам интересна тема домашнего уюта, обязательно оставайтесь вместе со мной. Пришла я в магазин «Фамилию» и не узнаю его. Он стал в два раза больше, площадь расширили. Вы только посмотрите на эти необъятные просторы. Ну, начнем, как обычно, со стендов. Вижу очень красивые вазы, явно новинки. Так, это бренд H-Concept, серо-белая гамма, цена 799 рублей. Да, мимо этого оперативного светильника я не могу пройти. Посмотрите, как оформляют стенд, подбирают все по цветам. Очень нравится эта спокойная эстетика, но это скорее всего декоративный элемент, нежели освещение. 499 рублей стоит милый и забавный пес. И да, хочу напомнить, если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. На моем канале вы найдете огромное количество видеообзоров из разных магазинов масс-маркета. А также обязательно оставляйте обратную связь, расскажите мне, какие вы бы хотели видеть обзоры, на какую тематику, в каком магазине. Я буду очень рада, потому что периодически случается кризис идей. Ну а сейчас возвращаемся в «Фамилию». Вот такие банки, украшенные крышкой с оленем, 349 рублей, у меня ассоциируются почему-то с Новым годом. Достаточно тяжелые вазы, цена 699 рублей, красивый глубокий зеленый цвет. Подушка какая. Но не буду ее доставать, дабы ничего не разбить. Думаю, найду ее позже в отделе текстиля. Да, банки есть еще и с белой крышкой. Цена у них 399 рублей. И, кстати говоря, был недавно комментарий от моих зрительниц, что недостаточно показывается в обзорах декора. Ну, то есть хотелось бы здесь уточнить, какого именно декора. Я стараюсь показывать и декоративные какие-то статуэтки, картины, вазы опять-таки. Поэтому не могу согласиться с этим комментарием. Много очень тарелок в форме листьев, 899 рублей. Есть маленький с розовыми ценниками, 259 рублей. А здесь увидела корзины для хранения, собственно говоря, поэтому и стала снимать. Они меня не оставили равнодушными, но я говорю про металлические корзины, сейчас к ним вернемся. Эти деревянные, они сейчас на скидках стоят 639 рублей, но здесь есть вопросы к качеству. Видите, эти какие-то непонятные сколы, либо дерево рассохлось, в общем, они не в лучшем виде, их, думаю, бесплатно не каждый возьмет, поэтому не понимаю, когда на полках нахожу такой товар. Вот эти более-менее качества, но тоже как-то неприятно брать их, они такое ощущение, что, знаете, мелкодисперсная пыль на них такая. Цена 639 рублей. Ну а эти корзины, конечно же, шикарные, вы только посмотрите на эту красоту. Цена у них 2700 рублей, да, дорого, полноценная цена, думаю, без всяких скидок. Очень красивая текстура дерева, просто невероятная. 2799 рублей, если быть точной, это индийский бренд, который раньше я не встречала в «Фамилии». Еще одна модель металлическая, здесь уже ручки, они текстильные. Корзина достаточно тяжелая, я думаю, как вот он, как эти ручки выдержат, если туда еще что-то положить. Но корзины очень красивые, мне понравились, и понравились вот эти корзины. Это уже, по-моему, другой бренд, здесь нет информации. Стоят они 799 рублей, кстати говоря, и хорошо выполнены. Все с ними отлично, как вариант, также можно рассмотреть. Очень много корзин для хранения с текстильными вставками. Сейчас вам покажу. Не могу налюбоваться. Как же мне нравятся все эти вещи. Но в своем доме я их почему-то не вижу. Так, есть подставки. Под цветы они с элементом такой патина, да, состаренные искусственно. Стоит 1000 рублей. И вот корзины, которые с текстильными вставками, удобно, можно снять, постирать. Они постоянно присутствуют в «Фамилии» во всех магазинах, где я была. Сейчас стоит 399 рублей. Вот посмотрите, обратите внимание, розовый ценник 399 рублей. И обычный ценник тоже 399 рублей. Аналогичные товары. А здесь пасхальный уголок.
А, смотрите, этот заяц стоит 1100 рублей. Он не стоит столько. Вот, в два раза меньше, и то возникают вопросы. Дальше какие-то печальные венки. Да, я опять критикую, но я не могу просто Сказать, что это хорошо, если это нехорошо. 1000 рублей. За что? Они уже такие уставшие от лежания на полке, наверное, не знаю, от невнимания. Так, декоративные веревки, как лианы, стоят 299 рублей. Да, веревка декор. Если любите декорировать, можете найти их фамилии. Здесь далее идет садовый инструмент. Мне нравится цветовая гамма. Сейчас все эти приспособления для сада, огорода, ну, они так и манят заняться чем-то полезным. 179 рублей, 200 рублей. Ну, здесь в зависимости, видимо, от функционала вся эта история. Вы только посмотрите на это сочетание цветов. Кстати, садовый инструмент я бы, по моему мнению, рекомендовала покупать в магазине Fix Price. Там такие красивые цвета, там такие красивые коллекции садового инструмента. Обязательно загляните, прежде чем делать свой выбор, и сравните. Так, опять-таки декоративные веревки, здесь их достаточно много. Так, двигаемся с вами дальше. Много приспособлений, я понятия не имею, для чего это. Поэтому прохожу мимо. Секатор. Если вам часто дарят цветы, можете купить здесь секатор. Стоит он всего 219 рублей. Ну и, конечно, для садовых работ он тоже пригодится, несомненно. И здесь увидела интересный набор подарочный для тех, кто любит баню. В составе здесь шапка для бани, веник бамбуковый, килт парео и коврик-лежак. Набор подарочный. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Так, 699 рублей. Страна изготовления Китай. Ну, думаю, это классические предметы, которые продаются в одиночку. Здесь собрали в набор. Если у вас есть любители бани, можно им сделать такой презент. Лопата. Цена 429 рублей. Как-то называются эти миниатюрные лопаты? Не вспомню сейчас в моменте. А это авторские вешалки. Мне очень понравились. В прошлый раз я их видела в цветном варианте, а здесь есть и черно-белый. Есть на 2 крючка и есть на 3 крючка. А здесь указан и автор, кто работал над этим товаром. Симпатично, правда? Домики такие европейские какой-то манеры. Цена 399 рублей. Это вешалка на 3 крючка. И цветные домики здесь тоже есть. Вот вам сейчас покажу, как же это красиво. Мне кажется, в детскую комнату будет очень к месту яркие цвета. А здесь увидела косметический контейнер. Сначала мне так понравился, а потом я увидела крышку, что на ней очень видны вот эти отпечатки пальцев, царапины, дефекты. Ну, то есть будьте к этому готовы. 599 рублей цена. Далее емкость для разных мелочей. Red Cherry, красная вишня, 169 рублей цена. Хорошая цена на самом деле. Я думала, что такой предмет должен стоить дороже, но, по крайней мере, по визуальному ощущению. Здесь разные шкатулки, картины. Очень понравилась эта картина. Нежные цветы, спокойные цвета. Как-то она умиротворяет. 69 рублей цена. Слушайте, ну это просто подарок, можно сказать. Очень понравилась эта черно-белая картина. Вижу ее в каком-то кафе. Завораживает, тоже хочется рассматривать ее просто бесконечно. Сейчас посмотрим цену. Опять-таки розовый ценник, цена 639 рублей. Вполне, думаю, достойная цена для этой картины. Есть и картины с разной абстракцией. Если любите что-то подобное, обязательно здесь найдете. Вот один из этих вариантов. А цена уже здесь будет подороже, но здесь и размер картины больше. 1029 рублей. О, опять-таки круглое черное зеркало. Оно уже не первый раз появляется у меня в видео. И знаю, что нравится зрителям. В общем, оно в наличии в разных магазинах. Вы только посмотрите, что я нашла. Как мне нравится эта грифельная доска в деревянной раме. И здесь даже складывается полочка.
Вижу ее почему-то на кухне. Здесь можно делать заметки. А если у вас большая кухня, смотрите, здесь даже есть подставка. И текстура дерева, она такая, как будто бы немного влажная. Мне очень нравится. Цена 1399 рублей. Отличная цена. Здесь поставила на подставку вот эту доску. Классно. Супер находка, мне кажется. Много разных ярких красочных ваз. Показывала в прошлом видео, если не смотрели, обязательно смотрите. Там я показываю вазы подробно с ценами. Самые разные цвета. Какое-то просто, знаете, сумасшествие цветов. Цена варьируется от 800 до 1000. Весы напольные. Очень такой минималистичный дизайн. И здесь можно даже подключаться к приложению через Wi-Fi. Наверное, он как-то сканирует информацию с этих весов и что-то вам предлагает поправить, например, в своем рационе питания. Весы кухонные. Свои покупала на Валберес за 700 рублей, а здесь можно купить за 499 рублей. Отлично упакованы. Супер, мне кажется, отличная цена. Что еще? Смотрите, для макияжа, если любите макияж, отличное зеркало. Здесь 3- и 5-кратное даже увеличение. Цена 529 рублей. Вижу, что здесь есть регулировка наклона, подсветка, сенсорное выключение. В общем, все последние технологии здесь собраны. Из сферы красоты здесь также есть, например, набор для педикюра и маникюра. В наборе этом также много разных фрез. Думаю, что тот, кто в теме, поймет, для чего они нужны. Но цена небольшая, поэтому я думаю, это просто поиграться, понять, твое или не твое. Очень стильная белая лампа, и у нее даже есть стакан, например, для канцелярии, ручек, карандашей, и цена у нее приятная. Стенд с разными формами для запекания, мой любимый стауф. Я так рада, что он появился в магазине «Фамилия». Мне так нравится концепция этого бренда. Цена 1000 рублей, большой формы для запекания в классическом красном цвете. И также есть еще вот такие овальные формы. Стоит также 1000 рублей. Мне понравились также стеклянные формы. Они идут с крышкой на клипсах. Очень часто бывает, что что-то остается и нужно убрать, и чем-то нужно накрыть. То, что крышка идет в комплекте, это отличное решение. Опять-таки стауп, много здесь стаупа, это радует. И также бренд KitchenAid. Здесь всегда в наличии два товара. Это форма для капкейков и также противни. Если что-то ищете от этого бренда, подобное, всегда найдете фамилии, они всегда в наличии. Что-то давно мы не заглядывали с вами в отдел кружек. Сейчас покажу вам самые красивые кружки этого магазина. Продолжаю изучать ассортимент посудного отдела. Здесь много белых минажниц, много белых тарелок. Увидела подставки-подложки с гусями, чешские гуси. Это уже классика такая. А если что-то повеселее, есть горох. Классические формы для запекания, черно-белый вариант. Цена 509 рублей. В остальном все очень похожий ассортимент. Разные тарелочки, блюда для подачи, сахарницы с бамбуковыми крышками мне понравились. Цена 249 рублей, и есть очень бюджетный вариант, да, они пластмассовые,
стоит что-то в районе 119 рублей. Уже показывала их в своих коротких видео. Анонс на все свои видео я делаю в телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал будет внизу в описании, поэтому присоединяйтесь, буду вас рада видеть у себя в телеграм-канале. Много разных салфетниц. И вы только посмотрите на это очарование, особенно на эту пару влюбленных птичек. 299 рублей. Ёжик с красивой тесьмой, которая придает особый шарм, 399 рублей. И эти заячьи ушки. 399 рублей. Особенно радует, что здесь в наличии несколько баночек, а не баночка в единственном экземпляре. Можно собрать целую серию. Следующая находка – это набор разделочных досок. Они идут с пометкой, для какой категории продуктов предназначены. Серая, спокойная гамма. Мне очень нравится. Но, внимание, здесь указано, что их не нужно использовать в качестве подставок под горячее. А я, например, так всегда делаю, поэтому да, возьмите на заметку. Вот так выглядит хорошо упакован товар, и вот так выглядят доски. Мне очень нравится, они такие стильные, у них противоскользящие накладки такие по краям. Цена 1200 рублей. Далее увидела и воздушные салфетки, но, как мне кажется, они вам долго не прослужат, так как сделаны как будто бы из бумаги. Сейчас посмотрим состав. Цена 149 рублей, несомненно, салфетка красивая. Состав целлюлоза. Это же бумага, поправьте меня, если я не права. И коричневая тоже хороша. Аксессуары для ванной комнаты. Их показывала в своем прошлом видео. Ссылку оставлю внизу. Они здесь в огромном количестве. Есть прозрачное стекло, есть цветное стекло. В общем, хороший выбор. И вы только посмотрите, какой магазин стал огромный. Здесь понадобится не одно видео, чтобы показать весь ассортимент. Поэтому продолжим уже в следующем видео. Спасибо, что провели это время со мной. И до встречи. Пока-пока. Уже совсем скоро.